старого, кривого, не знаю за кого, но лишь бы за миллионера. Как ты с сестрой разговариваешь? Таня, что у вас здесь такое происходит? Ну почему сразу Таня? Потому что ты всегда со всеми припираешься. Ну оставьте вы меня в покое. И не поеду я с тобой ни на какую дачу. Ой-ой-ой. Таня, ты успокойся. Просто мы с Олей переживаем за тебя. Вот эти твои рисунки. Психолог в школе сказала, что они отражают проблемы личности. Таня, у тебя есть проблемы. Мама, нет у меня никаких проблем. Пожалуйста, занимайтесь друг другом. Это у вас какие-то там грандиозные планы, а меня оставьте в покое. Ой, Танечка, ну ежик ты мой. Ну ты пойми, я просто хочу, чтобы вы с Олечкой были счастливы. Чтобы замуж вышли, детишек нарожали. И не дай бог тебе такой судьбы, как у меня. Ведь все я делала в этой жизни только ради тебя и Олечки. Мам, мам, прости меня, пожалуйста. Я очень тебя люблю. Ну, хочешь, я для тебя все, что угодно сделаю? Да, хочу, доченька, хочу. Ты живешь в мире, который ты уже не сможешь переделать. Приспособься, пожалуйста, к нему, ради меня. Ну что мне надо сделать? Что, размалеваться и одеть...